Ребят, вы на канале Nicest and Lily. Мы уже залутали бонусный сундук. Короче, мы уже начали без вас, ребят. Я уже хотел полноценное видео снять, но не получилось, ребят. Поэтому я перезаписал. Опыт хотя бы вот. Мясо. Короче, ребят, мы сейчас коров будем, так как у нас это вот. Надеюсь, у нас вещи будут сохраняться, хотя они точно не сохранятся, потому что я еще не знаю вообще в настройках Майнкрафта ничегошеньки. О, семена пригодятся нам в будущем. Нам нужно очень много дерева, так что мы давайте-ка добудем его, а потом добудем первым делом камень. Очень много камня. Мы играем, между прочим, на Майнкрафте версии 1.16. Так, давайте-ка попробуем. Штука еще пригодится, думаю. Давайте-ка аккуратно будем отсюда. Я сказал, мне нужна эта штука. Так. Так. Первым делом нам нужно очень много дерева, потому что мы будем то либо огромный дом делать, то либо дом на одного. А да, кстати, давайте-ка попытаемся найти деревушку, если мы ее найдем, конечно. Но тут нету деревни. Если бы у нас была бы карта охлаждения, тогда мы уже давно бы нашли, знаете что, давно бы уже нашли. Овечка! На. Прости, овечка, то, что я тебя убил в то не очень крутое время. Но мне пришлось. Так, давайте-ка мы уже добудем камень. Прежде чем мы добудем камень, нам нужна семья. В прежнюю очередь, нам еще нужно найти камень. Мы же не знаем, где он вообще находится. Так, давай мы тебя отгоним, чувак. Вот тут у вас пару воличек. Очень много. Полетели за мной. Как сразу игрок нырнул сюда, сразу и гоняется. Отлично, ребят, мы успели. Так, пойдем искать овечку. Я тут ее видел. Точно не помню, где я ее видел. Но она тут была. Она была, овечка. Так, сейчас не знаю, где она. Я сделал что-то. Мы уже далеко от нашего сундука. И от нашего спавна. Есть такая возможность, что мы можем встретить овечку. Я хотел сказать, что есть такая возможность, что мы можем встретить ведьму. Что?
что ж, ребят, давайте-ка начнем раскопки. Так, давайте топор уберем в сторонку. Думаю, пока я еще не достал инвентаря это, и не начал копать это. Вон она. О, железо! Изи. Так. Изи-пизи. Он скрафтит это. Я лично скрафчу два предмета, которых мне нужны, ребят. Блин, давайте-ка быстрее добудем все. Пока еще кто-то не добыл или не взорвал это все. Добыли. Так, давайте-ка начнем копать уже камень. Уже несколько камней нам нужно в инвентаре, чтобы у нас лежало. Потому что нам нужно их несколько, этих камней. Чтобы у нас даже на печку хватило. Вот это повезло нам, ребят. Мы нашли железо. Если не найдем, конечно, тут крипера. Точнее, тут руду крипера, которая, когда мы скопаем ее, она нас взорвет, и мы умрем все. О, блин. Только убил две овечки. Придется копать кекуль сегодня. Хотя, зачем копать? Может, тут будем оставаться, ребят. Давайте-ка сначала придумаем люк, который тут. Так, мы можем сделать вот такой люк. А чтобы сделать вот такой люк, еще не хватает двух. Блин, придется. Ну, давайте-ка сделаем вот такой люк. У меня два таких люка. Так, мы можем два сделать прохода. Один я сделаю здесь. Ну и лестница. Где у меня тут лестница? Крафт лестница. Мы можем сделать. Давайте немножечко побольше сделаем. Вот. Все. Давайте-ка еще вот так. Все. У нас 6 лестниц. Не знаю, нам еще нужно потом будет. Все. Есть наш. Блин, мы можем это сделать и все. И одну печку. Мы можем несколько сделать печек. Давайте-ка вот столько. 4 печки сделаем. Мы больше ничего не можем скрафтить, потому что у нас закончилось дерево. Давайте-ка. Этих 4 печек мы поставим вот сюда. Вот. Будет мне служить вот здесь. Так. И все. Так, давайте-ка эту штуку переместим в другое место. А потом, когда у нас будет очень много вещичек. Я знаю, что. Так, берем вот так, а тут. Тут так. Да, это надо делать все. Ничего страшного, мы эту. Я знаю, в чем это мое. Ой, что тут? Ну, заставить это было. Так, давайте-ка переставим наши ошибки. И переставим на дефолт. Вот сюда. И добудем еще несколько. Теперь мы можем встречать наш дух уже много раз.
Ну что, теперь можно поставить как красоту. Ролик красоты, все. Все расставили, ребят. Отличный дом у нас получился. Осталось выровнять стены. Но это мы сделаем в следующей серии. Всем пока, ребят. С вами был Моисей. Вы были на канале Моисей Сранливый. Моисей Сранливый, точнее. Всем пока, ребят.